Ну что, прошу позволить мне и дальше озвучивать мою коллекцию афоризмов и цитат. Сегодня не будет вступлений, сразу начинаю цитировать. Доброта ничуть не возвышение с этой отрыжки. Никогда не поверю, что Бог создал женщину из ребра Адама. Нет, как мужчину из глины, только совсем другого сорта. Уж очень разные причины мы находим для гнева. Следующее тоже лучше зачитаю, довольно длинное. «Где еще одно твое ребро?» – спросила Ева Адама. «Дорогая, сейчас тебе все объясню. У Создателя не оказалось больше материала, и он создал тебя из моего ребра, вынул его. Я так и знала, что ты свои ребра тратишь на женщин». Так зародилась семейная жизнь. Я и верю, как верят все мужчины от начала времен. И в нашем мире только такая вера становится правдой. Когда обещают порядок, жди хаоса. Когда защищают жизнь, приходит смерть. Когда защищают мораль, люди превращаются в зверей. Стоит только сказать, я выше, я чище, я лучше, и приходит расплата. Только те, кто не обещают чудес и не становятся на пьедестал, приносят мир добро. Для меня ты человек, потому что я хотел бы быть твоим другом. Если нет точки отсчета, все теряет смысл. Прекрасная вещь бритва Аккама. Любую мистику срезает. Начисто, с мясом. Самое главное, когда давишь на человека, предоставить ему возможность возражать. Якобы предоставить. Одинокая птица, ты летаешь высоко. Мораль хитрая штука. Она никогда не дает ответа. Наоборот, мешает их найти. Легче быть праведником или подлецом, чем человеком. Теперь я знаю, что такое звезды, говорит Вика. Это осколки дневного неба. Следующее тоже лучше зачитаю. Если тебе дадут линованную бумагу, пиши поперек. Эпиграф к роману 451 градус по Фаренгейту Рэя Брэдбери. Автор эпиграфа Хуан Кеминес. Автор комментария Виталий Бугру. Пиши поперек — прекрасная формула. И для новаторов, и для ретроградов. Увы, тоже. Правда и любовь, они несовместимы. Паника убивает быстрее пули. Самая страшная нищета – это нищета, которая пытается встретить Новый год. Жизнь немыслима без смерти. Я так не люблю жалости. Она убивает не хуже ненависти. Пока все. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечных заставках?